В зале районной администрации прошло награждение лучших участников избирательного процесса в честь Дня избирательной системы Краснодарского края. Такие мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. Глава Северского района Адам Джерим поблагодарил работников избирательных комиссий за их труд. Благодарю вас за активную жизненную позицию, за весомый вклад в организацию проведения выборов и ответственное отношение к нашему общему делу. У нас с вами есть все основания по праву гордиться системой избирательных комиссий, сформированных на территории Северского района. Коллеги, желаю всем, конечно, прежде всего крепкого здоровья, благополучия. Выдающихся участников избирательного процесса наградили почетными грамотами Центральной избирательной комиссии, благодарностями губернатора и главы района.